Всего 5 месяцев прошло с того момента, как было образовано молодежное направление Народного фронта. За это время молодежкой ОНФ запущено несколько проектов, и по некоторым из них уже можно подводить итоги. Мы открыты, мы рады тому, что ребята к нам присоединяются, ребята хотят себя проявлять, реализовывать, и очень такие, знаете, идеи, которые они несут в себе, они действительно интересные и настоящие. Большой интерес среди молодежи вызвал всероссийский конкурс «Образ будущего страны», организатором которого и стала молодежка ОНФ. Конкурс стартовал в октябре прошлого года. Его участники в виде эссе, либо в форме рисунков, стихов и иных творческих форм рассказали о том, какой видят Россию через 15-20 лет. За это время на суд жюри поступило более 10 тысяч конкурсных работ из всех регионов страны. Есть победители и от Ульяновской области. Ими стали студентка Ульяновского педагогического университета Пелагея Юдина и учащаяся Димитровградского лицея Дарья Калашникова. Победительницы были отмечены грамотами и призами на первом масштабном заседании молодежки ОНФ. Мое представление, у России в будущем есть множество путей развития, но все же по какому пути пойдет страна, зависит от нас. Только мы сами можем строить свое будущее, и ответственность за то, какой Россия будет в 2035 году, лежит на наших плечах. На заседании активисты молодежки поделились планами на будущее и обратились ко всей молодежи Ульяновской области присоединяться в дальнейшем к их мероприятиям. Ирина Антонова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.